Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый ажурный мотив, а также рассмотрим способы соединения таких мотивов в полотне. Для работы нам потребуется крючок и моточек пряжи. Приступаем к выполнению мотива. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И соединяем в кольцо, выполнив соединительную петлю в первую воздушную. Получилось вот такое колечко. Далее провязываем одну воздушную петлю подъема. И в кольцо нам необходимо выполнить 17 столбиков без накида. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый. И так до конца все 17 столбиков. Провязали все 17 столбиков без накида. И теперь необходимо закончить ряд, выполнив соединительную петлю в воздушную петлю подъема. Получилось такое обвязанное колечко. Далее 2 воздушные петли подъема. И далее необходимо выполнить 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, при этом выполняем их над столбиками предыдущего ряда. Сначала провязываем первый столбик, затем второй. И выполняем общую вершинку. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И сейчас необходимо провязать 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Опять провязывать будем над столбиками предыдущего ряда. Провязываем первый столбик с одним накидом, оставляем недовязанным. Затем следующий, точно так же недовязанный. И следующий. Затем выполняем общую вершинку. И теперь снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Провязываем первый, не довязывая, затем второй и третий. И затем выполняем общую вершинку. И так мы чередуем до конца ряда. 4 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Мы заканчиваем ряд, провязали 4 воздушные петли и теперь должны соединиться в кольцо, выполнив соединительную петлю в общую вершинку столбиков в начале нашего ряда. Ввели крючок в вершинку столбиков и выполняем соединительную петлю. Вот таким образом выглядит наш мотив. Далее провязываем еще одну соединительную петлю под арочку. Выполнили. Теперь 2 воздушные петли подъема. И в эту же арочку нам необходимо провязать 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Провязываем первый и второй. Затем выполняем общую вершинку. Далее 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. И теперь в эту же арочку нам необходимо провязать 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Выполняем первый столбик, не довязываем, затем второй и третий, и затем выполняем общую вершинку. Теперь 3 воздушные петли. В следующую арочку из 4 воздушных необходимо провязать 3 столбика с 3 накидами, с одним накидом с общей вершинкой. Провязываем первый, второй, третий и затем общую вершинку. Теперь 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9.
И снова в эту же арочку провязываем точно таких 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый, второй и третий. И выполняем общую вершинку. Далее 3 воздушные петли. И так мы продолжаем до конца ряда. В следующую арочку также провязываем по 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Мы заканчиваем ряд, провязали 3 воздушные петли, и теперь необходимо выполнить соединительную петлю в общую вершинку столбиков в начале ряда. Вот таким образом. Ряд мы закончили. Теперь провязываем еще одну соединительную петлю под арочку из воздушных петель. Вот таким образом. Затем выполняем одну воздушную петлю подъема и под арочку из 9 воздушных петель провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Немножко их отодвигаем. Далее 3 воздушные петли. И нам необходимо провязать 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй и третий. Затем выполняем общую вершинку. Теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И в эту же арочку нам необходимо выполнить 3 столбика с одним накидом с общей вершины. Выполняем первый, второй и третий. И выполняем общую вершину. Затем 3 воздушные петли. И нам осталось провязать в эту арочку 6 столбиков без накида. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, столбики подвигаем, пятый и шестой. Вот таким образом мы обвязали арочку из 9 воздушных петель. Затем под арочку из 3 воздушных петель необходимо провязать 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И теперь в арочку из 9 воздушных петель сначала провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем выполняем 3 воздушные петли и провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый, второй, третий. И выполняем общую вершинку. Столбики немножко подвигаем. Теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И снова выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой в эту же арочку. Выполняем общую вершину. Далее 3 воздушные петли. И снова нам осталось довязать 6 столбиков без накида в эту же арочку. Выполняем первый, второй, третий, четвертый, пятый, последний, шестой столбик. Мы обвязали вторую арочку с 9 воздушных петель. Теперь над арочкой из 3 воздушных выполняем 3 столбика без накида. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Мы заканчиваем наш мотив, выполнили последний ряд, и осталось
закончить этот ряд, выполнив соединительную петлю, воздушную петлю подъема. Работу мы закончили, ниточку обрезали. Получился вот такой красивый ажурный мотив. В следующей части мы с вами продолжим работу и научимся соединять такие мотивы между собой. На сайте shiru.ru вы сможете найти много интересных и познавательных мастер-классов. Желаю вам творческих успехов!